Всем привет, с вами Олд. Опять из этих снов навязчивых, бредовых. Ну что, погнали дальше. Посмотрим, где у нас что тут творится. О, тут огонь. Сюда мы пока не пройдем. Ладно. А тут... Отлично. А, это тяжелая дверь, понятно. Это тоже... Ну, тогда наверх. О, блин. Ладно. Сейчас и действовать тихо. Да, сделаемся незаметными. А, псины-дубины. Понятно, сейчас их выманим всех. Готово. Сейчас ты увидишь, как надо сработать. За углом, блин. Отлично. Там вон еще две псины, надо их тоже обезвредить. Собачки. Захождение за спину. Готово. Вот мы молодцы. Дай-ка тут сохранюсь, а то я собираюсь в обличии мыши пройти дальше куда-нибудь. Заметность. Надо владеть гневом. Ну, кипи. Он сжигает. Умри же. Yeah.
Так, а тебя мы сейчас тоже тут быстро прикончим. Гнев спадает. Ого. Я свободен. Да. Возьми силу Рагоса, примени ее и сожги его. Сожги их всех. Он охраняет демона праздности, преграждает путь к нему. Тебе надо разрушить дверь. Другие спящие, другие силы. Единственный путь. Отлично. Чё я тут горю, блин? Ух. Теперь я еще и горящий человек. Отлично. А, тут тяжелая дверь. Сейчас можно еще назад сходить. А это что у нас? А, тут дверь. А где это я? Дверь для духов. Мышиная нора. Портал. Сюда мы сейчас успеем. Сходим сейчас. Сколько тут всякой всячины. Полезная эссенция хитрости. Полезности нам нужны. Так, что мы здесь имеем? А вот здесь мы имеем, мы же отсюда пришли. Всё, больше мы тут ни хера не имеем. Так. А тут же... А, тут тяжелая дверь. Понятно. Ладно, пошли дальше. Теневой пьедестал. Так, здесь мы были. Разрозненные маги. Кошмарный сон храмовника. Надо вот сюда, к магам, наверное, сходить. Пойдем проверим, чем там маги живут. Так, сохранимся. Ну и пойдем поглядим. Сейчас буду действовать тихо. Да. Тяжелая дверь. Понятно, сюда мы не пройдем. А сюда. Thank you.
Что тут еще у нас есть? Готов. Спекся. С магами хорошо в этой форме. Она устойчивая к магии. Что-то он на меня посадил, блин, какую-то хрень, блин, проклятие на меня. Сейчас я буду действовать тихо. Мах-мах. Аура очищения, поздно очищаться. А тут что-то для духов. Только для духов. Кстати, надо сходить туда, в первую. Там же что же какая-то хрень для духов, точно. Эссенция магии. Она нам не нужна особо, но тем не менее. Продолжим. Пропадаем. Готов. Все, что ли? Зашибись. Убьем всех. Принятие формы пылающий человек можно закрыть. Сейчас я буду действовать тихо. Да, лучше, блин, незаметно, а то нарвешься на кого-нибудь. Слуги поганые. Нормальные. Так, ладно, пройдем дальше. Сейчас я буду действовать тихо. О, там впереди, блин, Алис Капур. А. Тут
надо сохраниться. А то там, я знаю, там безумные эти маги, они, блин, такие маги. Это зажарили мы. Тут еще не все, да? Так вот, блин. Принимая различные формы, тут можно неплохо воевать. А, блин, черт, зараза, попался. Thank you.
Ага. Готов. Отлично. Фух, блин, справился. Просто мы тебя порубим, блин, на куски нахрен. Сейчас действовать тихо. Так, сохранимся тут. И вперед. Всем другое дело. Постараюсь не шуметь. Конечно, постараемся не шуметь. Мы маги. Наша задача причинять вред людям. Прямо по курсу враг! Кто тут у них самый большой? Ах, наставник. Еще один наставник. Чёрт! Сейчас я действую тихо.
все, всех переколошматил. Ух! Жесть. Было нелегко. Лестница куда-то наверх. Лестница кудесница, слушай, надо сохраниться. Ух, нихера тут колдунов, блин. Навалил так навалил. О! Отлично. Спасибо. Пора было этому сну уже прекратиться. Не говори, кошмар какой-то. Даю тебе свою силу. Она не сильно тебе поможет против здешнего демона, но может статься пригодится в других мирах. Найди способ убить всех демонов, и тогда ты сможешь попасть к демону праздности. Спаси нас от этого кошмара! О! Отлично, все, теперь у меня все четыре формы есть. Теперь я могу нормально воевать. Так. Лестница наверх. Опять тут колдуны. Так, это у нас что идет? Могучий удар. На тебе в пятак! На! На! У, блин! Готов! Завалил! Вот так вот! Отлично! Мах человек, уровень 10. Мелочь.
А это что? Тяжелая дверь, ага. Отличненько. Сейчас мы примем свою форму, спрячемся. Стараюсь не шуметь. Надо посмотреть, что тут творится. Жрец. Жреца сразу валим. Умри! Отлично. Сработано чисто. Жрец, жрец. Каменный голем. Каменный голем. Наверное, мне налево надо. А может и нет. Тихо будем. На тебе в пятак. Вот так вот. Колдовской ужас, демон. Ага, колдовские ужасы. Тяжелая дверь. Готов. Во. Во, Славер, демон. Славрен, демон. Уровень 13, сильный враг. Дверь для духов. Значит, он дух. Ну пойдем мочить демона.
А, погоди, дверь для духов, это дверь для духов. На тебе! Целый, блин. О, зараза, блин. Эссенция ловкости. Тут же еще вон мышиная нора. Пойдем, пойдем, пойдем. Два голема, блин. Так, превращаемся в опять. И это как раз големов добьем, перерыв будем делать. Блин, забьют. Вчера ты его ударил, блин. Стараюсь,
херачим сразу ему. Итак. Захерачил, блин. Фух, слава богу. Охренеть. Обличие духа. Эссенция хитрости. Там врагов вроде нет, но тяжелая дверь. Сейчас уже тут закончим. Лоск ловкости. Сердце выносливости. О, как хорошо-то. Так, все, эту-то я уже сделал. Так, народ. Здесь я с вами с такой хитрой рожей прощусь. В следующей серии пойдем, как раз приходите. Демона будем очередного валить. Давайте, все, пока, прощаюсь до следующей серии. Пока-пока, с вами был Олд.